Готовим вкусняшные ленивые голубцы в сметанном соусе. Для этого нам понадобятся вот эти продукты. Сначала подготавливаем капусту. 400 грамм капусты меленько измельчаем и заливаем кипятком на 10 минут. Потом просто сливаем воду. Теперь подготавливаем рис. 80 грамм риса хорошенько промываем и отвариваем до полуготовности в течение 10 минут. Потом также слить воду. Мелко нарезаем одну луковичку. Одну морковку натираем на мелкой терке и обжариваем лук с морковью на среднем огне в течение 7 минут. Подготавливаем чеснок. Два зубчика выдавливаем через пресс. Ну и переходим к самому главному. В блюдо укладываем 500 грамм фарша. К нему добавляем 400 грамм подготовленной капусты. 80 грамм подготовленного остывшего риса. Обжаренные наши овощи лук с морковкой. Разбиваем туда одно яйцо. Немного молотого перца. Подготовленный измельченный чеснок. И соль по вкусу. Все хорошенько перемешиваем. Вот такая смесь получается. Формируем котлетки. Если фарш прилипает к рукам, их можно смочить водой. И укладываем их в форму для запекания. Моя форма объемом 3 литра. Для соуса наливаем 400 мл воды, добавляем туда 3 столовые ложки сметаны с горкой и заливаем туда томатного кетчупа, ну, примерно 2 столовые ложки. Перемешиваем и заливаем этим соусом наши красивейшие котлетоньки. Отправляем в духовку на 1 час при температуре 200 градусов. Вот такие красавчики у нас приготовились. Конечно, этот рецепт сложно назвать ленивым, но получается очень вкусно. А вот и в разрезе. Рафаэль, а как ты думаешь, ленивые голубцы – это что такое? Голубцы? Я не знаю. А ты будешь кушать ленивые голубцы? Я и люблю их. А ты пробовал? Нет, и пробовать даже. В принципе, логично.